Доброе утро! У нас праздник открытия охоты на зайца, мы долго этого ждали. Сегодня прям целая банда собралась. Сколько нас? 7 человек? 8 человек. И Димончик наконец-то выбрался на охоту, вот. В красивой шапочке такой. Сапоги. Ты по болоту будешь ходить? Ну естественно, болотоход. Короче, охота обещает быть интересной. Я думаю, что зайца мы сегодня подымем. Собак целая куча. Чиву я не брал, она гуляет прям самый пик. У нее поэтому не брал, чтобы она тут не наводила. Да и надо быть бдительным. Приехали сразу в молодняки. Тут такие сосновые молодняки. И обычно тут как бы есть заяц, присутствует. Особенно зимой видно, что по следу тут много. Ну и сейчас попробуем первых дежурных зайчиков поднять. Сегодня буду с троечки стрелять. В принципе, я всегда с троечки зайца стреляю. В любое время года. Грибники уже не ходят, сейчас может лежать и посреди леса. В прошлом году помнишь, сколько грибников ходило? А сейчас в этом году грибов нету, поэтому могут и в лесу лежать. Да, не, просто я его видел, он сюда бежал, а потом он что, крутнул туда на лес? Ну, походу, крутнул туда. Так, блин, мне не видно его было вообще, понимаешь? Вот тут он лежал. Ну такой светленький, я, ну, видно, ну, было его мелкий, вообще. Да? Ну я не этого, не разобрал, какого он раз. Попал? Вальшнеп. Подняли зайца. Влад промазал, чуть-чуть он до меня не докрутил. Вот. Он шел, я уже думал, сейчас он будет на просвет выскакивать под эти вот сосенки, как бы. Но я там его, после твоего выстрела, он, наверное, вот сюда крутнул уже и перескочил дорогу. А мы все были в молодняке, тут никого не было. А чтобы кто-то шел по этому краю. Ну, я стрелял, почти его не видел, понимаешь, чтобы... Сразу как его поднял, а сразу как поднял трава и полностью вот тупо по траве видно, как седло эти бьют, вообще его почти не видно. Ну и вот Димона молодой здесь стойку сделал по вальшнепу. Промазал он. Ну, поднялся с дна. Заяц, да? Да. Мужики, мы приехали. Вот он. Я видел цикл заяц. Он перебежал. Да. Трава такая не очень. Взял? На словах трава не очень, Димон стреляет зайца, да? О, хорошенький. С полем. Заяц 21-22. С полем, с полем. Отлично. Отлично. Вот здесь лежал, да, в этой траве? А, вот Лёшка, да, красивая. Угу. Видно, что у этого постоянная Лёшка. Да, да, да. Не разовая. Видишь, такая трава тут сухая. Ну. Выметная. Отличная, такая красивая Лёшечка. Thank you.
Лёшка у него там такая красивенькая. О, комфортабельная. Лёжечка такая. Вот такого красавца первого в сезоне удалось добыть. А мы козу видели. Козу видели? Под нами перескочила. Куда пошла? Туда? Так это лайма за ней пошла? Да. Три зайца уже подняли, уже результат, уже хорошо. И кто там мазила? Кто там мазила, да. Бежал он, бежал и улыбался, говорит, не сегодня, ребята, до свидания. Ну, чтоб Леха постоял, то набежал бы на него. А, ну да, как раз. Так а куда мы пойдем? Тут уже четыре зайца в молодняках подняли, сейчас другие туда поедем, а в те молодняки. Димончик, благодарность за вклад в мир глазами охотника. За вклад в глаза охотника. Чтоб ты уже был настоящим охотником с ножом. Да. Блин, наконец-то стал настоящим охотником с ножом. Это ножик очень трудно ушатать, но я думаю, что ты сможешь. У тебя все получится, да. Ну класс вообще. Все, спасибо большое. Носи на здоровье. Все, буду. Кого-нибудь облуплю. 10% скидку, промокод Учива на все ножи. Димону вообще бесплатно. О, ладно! Тройки стрелял. Я бы сказал, что пролет. Такой жирный. Жирнющий. Ну, ты же вот знаешь, спасибо. Ну, весеннего. Весеннего, конечно, да. Сравни. Вообще. Мой первый осенний вальшник. Смотри какой. Красавчик. Под ног поднялся. Смотри какой. Пожарим его сегодня. Красавцы. С полем? Спасибо. Держи. А должен был быть зайчик. Ну, зайчик не вышел. Мимо. Открытие продолжается, второй день. Ну вот так вчера поохотились. Одного только зайца добыли и вальшнепа. На 5 охотников. 6 я добыл. Дима добыл, молодец. Он и вчера шапку эту счастливую делал, и сегодня уже думает, что это не свой дел. Ну 6 подняли, как бы. Ну все равно, я считаю, что маловато. Все-таки по факту-то один домой поехал с нами. Ну, если бы кто-то там не мазал, один товарищ, то... Сегодня мы его не брали. Решили. Да. Сегодня до второго дня немногие добрались, только вот мы вдвоем и Оля.
Так что самые стойкие, ну и Лайма с Мартой. Чива по-прежнему дома. Все, будем сейчас пытаться добыть этого зайца вредного. Я собаку добыл уже. И сюда, блядь. Опять ветер. Все. Такой он вчера был противный. Димон! Лайма! Иди сюда! Иди сюда! Слышишь, живут они, да, тут? Под деревней, блин. Кота? Лиса? Офигеть! И тоже на волю не пошла, а в деревню пошла. Так, Лайма, ко мне. Лайма. Молодец. Капец, да? И лиса, и козы на таком маленьком куску под деревню. Ну ладно, лиса, понятно, она где хочешь, может. Ну, козы вон. Без чивы и охота не охота. Наливаем уже чаек. Сидеть. Ты, наверное, проедь туда, вот к тем деревьям, послушай. Если будешь слышать Марту, то ну, лови ее. Или если лесу увидишь, туда переезжай и Марту лови. Что, как думаешь, зайца поднимем все? Ну, должны. А добудем? Обязательно. Марта, что ты здесь прибежка? Иди ко мне, ай, ай, Марта, Марта, пошли, пошли, пошли ко мне, Марта. По козам по старому следу, либо я его не увидел. Хорошая моя собака, хорошая, да. Фу. Что ты мне шепчешь? Шептуха.
Вообще не ждал этих уток. Поднялись. Ну, селезня стрельнул. По утке уже не стрелял, далеко было. Так бы, если бы, конечно, раньше среагировал, то ближе стрелял. Вот такой жирный селезень. Вместо зайца. Третий день охоты. Сегодня понедельник. Вчера ни одного зайца, по всей видимости, не подняли. Козы только. Козы на каждом шагу не дают охотиться. Хочется все-таки добыть зайца. И вот сегодня мы уже вдвоем с Олей только. Самые стойкие. Уже ноги гудят после двух дней охоты. Походим тут вот недалеко от города. Ну, пару часиков, возможно, улыбнется удача. Сегодня только вдвоем. Опять же, без Чивы. Без Чивы. Все-таки вот почему зайца мы не можем добыть, потому что Чива сидит дома. В общем, мои предположения, что сезон будет тяжелым, пока оправдываются. Ну, посмотрим. Может, просто нам не повезло. В субботу мы все-таки 5 зайцев подняли, 6 даже. 5 видели на глаза. Я буду ближе к краю идти, а ты глубже. И так вот пойдем вот кругом, раз. Конечно, тут надо человек 10, чтобы ее конкретно топтануть. Ничего не пропустить, но будем надеяться, что мы и сами справимся. Я думаю, что Чива здесь бы лесу по-любому подняла. А мы можем ее просто подшуметь, она где-то подымется. Ну и мы ее даже не увидим. О, гуси, смотри. Гуси, гуси. Они могли налететь. Почти налетели. Сейчас увидели утку, с селезнем ехали, на канаве сидел, попытаемся их добыть. Ну вот такие отличные трофеи, вообще тяжеленные, что утка, что селезень. С полем у нас ветер вообще сильнющий. Подошел, они, ну, не взлетали, несколько секунд было, можно было спокойно по сидящим стрелять. Ну класс, уже мы не с пустыми руками. Вчерашнего селезня Димону подарили. Ну этот вообще тяжелый капец, красавец, утка. Сейчас они вот как заяц, наверное, две. Не, надо еще одну. Еще одну и заяц будет. Ну пойдем сейчас еще в одно место съездим, там походим. Что, ты иди левее чуть-чуть, а я пойду чуть правее. Я тоже пойду в середину, но надо его поднять. Подняли отсюда мы. Лес сильно шумит. Деревья, может, ему тут стремновато ложится. Ну, понятно, но место хорошее, конечно. Тут бы собачки погуляли.
проходили лоси. След. Это, кстати, второй. Ну, у нас сейчас точно коз больше, чем зайцев. Днем с огнем этих зайцев не сыскай. А козы на каждом шагу. Вчера так вообще везде собаки подымали. Что, вот такое вот открытие охоты на зайца. 3 дня мы ходили. Вот только в первый день подняли зайцев. А сегодня и вчера, ну это какая-то трагедия, прям не знаю. Надеюсь, что так, может, попало, и ну, по таким сегодня местам прошли классным. И вчера, вот, ну, где постоянно зайца поднимаешь, а сейчас открытие, тем более, должен, какие-то дежурные зайчики должны были подниматься. Ну, хорошо, хоть сегодня уточек добыли. Вот я пока по последнему месту ходил, Оля поскубала их, такие жирные, хорошие утки с селезнем. В прошлом году было хорошее открытие, позапрошлом, все это у меня есть. На канале можете посмотреть. Ну, неплохо мы охотились. Во всяком случае, там где-то, где-нигде вот по похоте следы прослеживаются, что зайчик присутствует. Ну, где он? Может, просто этот сильный ветер уже долго, и он куда-то с обычных мест сместился и лежит где-то в других местах. Не знаю. Вот пока что все загадка. Сейчас будем ездить по разным местам. У меня путевка по району в этом году, поэтому я думаю, там сям поезжу и, может быть, где-то зайчика найдем. Ну, думаю, что точно мы его добудем, а нет, то будем на лис охотиться. Да, на уток пока еще месяц можно охотиться на уток, так что утки сейчас жирнющие, красота. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях. Я думаю, зайчика мы добудем, так что оставайтесь с нами. Фу, столько прошел, блин, капец. Ни одного. И здесь такие места хорошие. Ну вот здесь пару следов было зайца на вот этой распаханной свежей. Лисы, зайца.